Жила-была свинья. И однажды заиграла музыка паровозика Томаса. Под эту музыку прилетел паровозик Томас. Влетел в одно ушко и вылетел через другое. Свин так ничего и не понял, и тут ему в рот упала бомба. Ой, чёрт, в туалет захотелось. И отправилась бомба по трубам. Прямо на кухню в замке короля. Дайте поесть. Король, тут 2 1 5 4 4 3 8 4 3 4 8 7 5 1 4 6 5 4 5 2 4 4 8 4. Родные родственники приглашают тебя приехать. И едем. Стой. Что случилось? Чёрт, в туалет захотелось. Вот смотри.